Здравствуйте, здравствуйте. Давайте посмотрим, что осталось позади. Что ждет впереди. Что осталось позади? Приходите за личным раскладом. Пишите в WhatsApp. Также диагностика на воске. Негатива. И здоровье домов, пароходов, квартир там и так далее. Отношений, пар. Что осталось позади? Любовь. Любовь осталась позади, девочки, с инфантильным парнишкой, да, который маленький еще, ребеночек, да, неосознанный, такой весь жизнерадостный, да, в шортиках, прыг-прыг, шмяк-шмяк, да, такой люблю, а толку никакого. Осталось позади, да. Хотелось баланса, хотелось волшебства, каких-то событий грандиозных, да, по колесу. Прямо чтобы с ним было все вот как вот надо было, да, вот как вы хотели, чтобы все было. Что осталось еще позади? Неопределенность. Ну, правильно, от того, что хотелось бы очень многого, да, по жизни. Неопределенность, девчонки, осталась позади. Неопределенность в любви, неопределенность вот вообще в любой сфере, да. Но здесь показана неопределенность именно с этим человеком. Любовь с ним позади. Много вложили, мало получили. Человек дал вам очень мало. Но здесь показана, да, привязка. У вас к нему, у него к вам. Ну вот здесь оно и осталось. Да, показывают, что колесо прокрутилось. И смотрим в будущее, смотрим на выход. То есть выход из прошлого, вход в будущее, да. Вот все, что ушло, девочки, это любовь. Это неопределенность с этим человеком. Да, с этим мальчиком, который ничего не дал, в принципе, по жизни. Мало давал. Но осталась большая привязка по дьяволу, сексуальная, да. Хочешь, не хочешь, а так связала что-то вас. Что ждет впереди, девчонки? Давайте посмотрим. Радость. Радость и веселье. Осознание какой-то легкости. Да, тройка чаш. Легкость. Наконец-то наступил праздник, да, от осознания того, что уходит эта тяжесть, да, уходит ненужная любовь. Неопределенность уходит. Когда вот ты не то, что не хочешь делать выбора, ты не можешь его сделать почему-то, а потому что привязка. Что, да, приходит? Работа. Тут и работа над собой, тут вообще работа, зарабатывание денежек. Маловато того, что вы сейчас имеете. Возможно, какой-то кризис у вас. Что еще приходит? Обдумывание ситуации. Повешенный говорит о мыслительном процессе, о том, что надо остановиться. То есть вы вошли в новое, закрыли дверь, вы почувствовали легкость, вы почувствуете легкость, вы почувствуете важность события, да, вы будете работать. Но вот где привязка, вам надо подумать, как уравновесить себя, как сделать так, чтобы дверь в прошлое не открывать больше. Что еще приходит? Осознанность, правильность, праведность, осознание своей важности в своей жизни, осознание вообще важности этого перехода, осознание того, что вы хотите быть, ну, я не знаю, единственным, может быть, главным человеком в жизни для другого. Не то, что даже единственным, а важным человеком. Так, что
что еще, да, приходит, что ждет впереди? Семья и любовь, девочки. Семья, любовь. И не надо будет больше каких-то раздумий. Пересмотрение себя. Замужество. По этой карте еще, да? И семья. Взаимопонимание. Любовь, да? И больше этой привязки не будет. И дум по этой привязке тоже не будет. Будет другая любовь, другая жизнь. Изобилие, девочки. Вы почувствуете себя значимой, вы почувствуете себя единственной, вы почувствуете себя королевой, да? Женщина, которая может расслабиться, жить в удовольствии, да? С перспективой на многое, понимаете? Вот это будет ваша жизнь. Мне не показали здесь вашего избранника, но мне показали, что та дверь, которая откроется, да, что ждет вас впереди, это будет семья. Она будет взаимная, понимаете, взаимное желание иметь семью, любить, да, без всяких там вот этих тараканов, без всяких обдумываний и так далее. Это будет просто и легко.